тому, что сейчас установилось в России, ты употребляешь слово «фашизм». Ну, конечно. Объясни, пожалуйста. Фашизм – это политический строй с централизованной автократией, которая стремится контролировать жизнь человека во всех ее проявлениях, отрицает человеческие права. Нация всегда мобилизована. То есть мы всегда либо в состоянии войны, либо готовимся к следующей войне. Но на самом деле то, что сейчас происходит в России, это, ну, типа вот определение типа фашизма из Википедии. Есть какие-то более глубокие работы, более глубокие исследования. Я знаю, что западные исследователи сейчас спорят, стоит ли в связи с тем режимом, который в России, дополнить определение фашизма, потому что, конечно, фашизм эволюционирует, как любой политический строй, но, конечно, это фашизм.